Внимание, участники, зрители, тренеры. У нас существует маточный режим. Просьба всем находиться и в зале, и в различном зале, и в нахождении по залу. Все происходит в масках. Пожалуйста, не снимайте. Иначе мы подведем организаторов чемпионата. Встречу обслуживает бригада судей. Руководитель ковра Борис Бетюнинов, судья международной категории Республика Татарстан. Арбитр на ковре Виталий Павлов, судья международной категории Республика Татарстан. Боковой арбитр Роман Нечаев, судья международной категории Республика Татарстан. Красным триколом ковре заслуженный мастер спорта Степан Малянян представляет победитель первенства мира.